Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Victory Pinches. Это заработок на мемах. Я загружаю картинки, и за это мне платят денежку. Сегодня я обналичила свой баланс. Сделала вывод. $9. Ну, нет сомнений, конечно, проект платит. Проект набирает обороты. Сейчас проект абсолютно, друзья, без вложений. Раньше вход, когда я заходила, был $1. Сейчас же уже полностью без вложений. Участников уже почти 3000. Если мы опустимся ниже, здесь соцсети. Это все кликабельно. И можно как бы переходить кликами, нас перебрасывают вот у них тут группа на Facebook. И читаем новости. Я в основном на Facebook или на Твиттере читаю новости. Вот. Опять у нас здесь обновление. Администратор здесь все обновляет. Теперь здесь сделали уровни. У меня первый уровень. Вот. И от уровня зависит количество загружаемости картинок. Я сегодня одну загрузила, тогда как только что вот сегодня произошло вот это обновление, у меня уровень 0 был. И мне было доступно один мем, как бы одна картинка. И сейчас у меня вот уже 4 я могу загружать. Вот. И за одну картинку высчитывают 20 поинтов. Как повышается уровень? Все просто. Нужно кликать вот эти картинки. И чем больше картинок мы кликаем, тем больше как бы наш повышается уровень. Можно перевести это все на русский. Это вот случайные мемы, свежие. Далее рекомендуемые. Это уже сам проект как бы рекомендует здесь, да? Что смотреть еще. Далее популярные. Вот. Ну и каналы. Все точно так же. Вот. Я проектом, конечно, довольна. Да, я же вам забыла вывод показать. Прошу прощения. Работает проект только с платежной системой PayPal. Выводила я $9, 631 рубль. Не вывелось. С учетом комиссии. Кошелек берет комиссию 587 рублей. Как бы мне пришло на кошелек. И вот, конечно же, здесь все большими буквами. Victory Pinches. И если зайду в кошелек, выбила меня система на PayPal. Здесь я уже очень много заработала. Значит, посмотреть все операции. Я вот этим кошельком. А не так, панель управления. Я пользуюсь вот этим кошельком только вот с этой, как бы, с этим проектом. Я вообще сюда не пополняю. Я только с него вывожу на карту. Я уже около 2000, если не больше, вывела. Вот. Вот я выводила денежки здесь. Вот. Ну, все нормально, на карту пришло. Я уже тут про этот кошелек столько информации нехорошей насмотрелась и начиталась. Да, нормально все, без проблем. Денежка приходит только по будням, по выходным, друзья. Лучше на вывод как бы не переводить. В течение 3 дней, даже раньше, денежка приходит. Вот мои каналы. И у меня создан на YouTube плейлист. Как загружать картинки и все такое. Вот у меня там как бы есть показано. Я уже не буду все как бы
Смотри, тут мои, кто мне ставит лайки, 6634 уведомления. Это мне все вот как бы... Люди вот лайки мне ставят, естественно, я ставлю. Здесь вот это мои комментарии. Вот такого типажа. Сейчас я поставлю... Все это на английском языке, конечно же. Вот такие вот я ставлю комментарии. Ну, под одной картинкой и хватит. Потому что человек уже как бы понимает, что везде уже все про... Как бы лайк поставлен. Вот. Картинки я беру, кстати, на Facebook. Также можно отыбрить... у участников, так как здесь все у всех тибрют, и у меня, и я думаю, почему бы и нет, потому что это тоже сильно как бы хлопотно искать эти картинки. Я так взял, загрузил, да и все. Ну что, кому интересно, работайте, кому не интересно, не работайте. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч.